20-21 февраля. Первый Black Vanga Cup, в котором может принять участие каждый желающий. Он пройдет в два этапа, где турниры будут состоять преимущественно из форматов, минимальной степени зависящих от удачи. Первый этап начнется 20 февраля в 14 часов по московскому времени. В этот день будет 4 отборочных состязания. Поплавочный, доночный, спиннинговый и универсальный. Победитель каждого получит 5 золота. По 15 лучших проходит финальный этап, который состоится 21 февраля. 60 финалистов сразятся в 4 финалах, где проверят свои навыки во всех видах ловли, зарабатывая в каждом из них рейтинговые очки. По их сумме игроки, занявшие со 2 по 10 место, получат золотые монеты. Лучший же игрок станет обладателем главного приза – Черная Венга, с возможностью передачи другим игрокам. Проводить турниры будут 4 стримера согласно расписанию: Потрясов Гейм, Консервыч, Космос Внутри и Дриллер. Но это еще не все. Параллельно турнирам будет проходить викторина, где каждые 30 минут будет задаваться вопрос по русской рыбалке 4. И первый правильно ответивший в чате стримера турнира получит приз в виде голд наживки. Всего будет задано 32 вопроса, а победитель получит главный приз викторины – Monster Match 360. И 21 февраля Black Vanga Cup. Прими участие и покажи, на что ты способен.